Большой привет всем зрителям и особенно подписчикам канала. Елена Владимировна, здравствуйте! А слышит она, нет? Ну, через раз. Здравствуйте! Здравствуйте! Слышу. Наборчик вам продуктовый. Большое, большое спасибо! Привет всем ветеранам! Хорошо, спасибо. Тогда мы продукты отдадим, кто за вами смотрит, хорошо? Молодцы, молодцы. Спасибо. Спасибо, спасибо. До свидания вам. До свидания. До свидания, до свидания. Всем привет передай. Хорошо. До свидания, до свидания. Вот смотрим за бабушкой, помогает ей. Ну, так и шоу. Встретили скорую помощь, оказалось, что это Ирина с поселка Мирного. Мы ни разу не помогали погореть, потому что вы там не живете, да? А там негде жить. Там негде жить. Там руины. Да-да-да. Сгоревшие. Мы наборчик праздничный передали. Пожалуйста. Спасибо. Привет, Толик. Люда не плакала. Тетя Люда. И муж еще Гарик, да? Да. Два наборчика вам передаем. Ой, спасибо большое. Спасибо. Очень вкусные, очень сладкие. Спасибо большое. Дай Бог вам пожалуйста. Здоровочка. Как у вас дела? Нормально. Работаем. Нормально все? Да, работаем. И вот Гарика застали дома, а то что не было, не было. Уже в школе, а сейчас болею. Болеешь? Да. Ты выздоравливай. Самые наши проблемы. Большое вам спасибо. Всего хорошего вам. Да. Спасибо большое. Лена, у нее двое ребят, но их сейчас нет, они в садике. Мы им передаем наборчик. Спасибо не большое. В школе, в садике, они маленькие. В садике, да, да. Они маленькие. 5 и 6, тогда женщина, Гарик, спасибо большое, там помогала, а, да, да, сладким, в садике. Да. Спасибо большое. Привет ребятам, если они нас помнят. Помнят, конечно, да? Конечно помнят. Хорошо. Да. Спасибо, пусть вас Бог благословит. Спасибо, спасибо вам, всего хорошего, до свидания. Спасибо, благословение. Да. Дед Мороз веселье. Коробочку опусти, опустошил. Дед Мороз. Здрасте. Здравствуйте. Можно к вам, девочки? Да. А бабушка дома? Да, бабушка дома. Да. Здравствуйте, бабушка Соня. Ох, у вас животных сколько. Две кошечки, одна и собачка. И собачка вот там у вас. Да. Это у нас беженка собачка. Да. А Жанна где? А Жанна в школе. В школе? В школе? Да. Ух ты. Бабушка Соня, вам два наборчика праздничных. Это чисто, да. Бабушка Соня, а это люди вам еще 5000 передали. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Как у вас дела? Хорошо. Хорошо все, да? О, как хорошо. Бабушка Соня, о, у вас и кошка, еще одна кошка. Ничего себе. Дружок, дружок. Собака прям дома живет вместе с ними. Бабушка Соня, ну до свидания вам, всего хорошего. Спасибо большое. Пока, Кристина. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Таня и Оксана. Да? Оксана, инвалид с детства. Два наборчика вам. Ничего, ничего, ничего. Ой, все хорошо. Нет, тяжелый. Тяжелый, не давай, ставьте сразу. Девочки золотые. Мои золотые. Хорошо все у вас? Вы же нас поддерживаете. Спасибо огромное вам, девочки, за все. Большое, за ваше пожалуйста внимание. За вашу доброту. Ну, буквально, я не знаю. У нас... Я вот, знаете, как вот сижу, как будто... в болоте каком-то. А вы как заходите, я сразу всплываю. Ну, хорошо. Спасибо, только спасибо. Вы такие хорошие, замечательные. От всей души вам большое. Вам здоровья, чтобы у вас все хорошо было. Спасибо. Да? Ну, что теперь делать? Мы же пришли, теперь куда денешься, будем же здоровье. Спасибо, девочки миленькие. Хорошо. От всей души. До свидания. Пока, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Наборчик вам праздничный дарим. Вот он. Давайте. Но он тяжелый. Давайте мы поставим сразу. Давай туда. Давайте. Давайте. Возьмите набор. Всего хорошего вам. Спасибо. 85 лет исполнилось. Да. Поздравляем вас с днем рождения тоже. Да. Спасибо. Долгожитель, да? Уже. Еще долгие года прожить вам. Там же как бы жить, а то уже вот все трусится. Все нормально. Слава Богу, что так. Да. Здоровья вам. Спасибо. И пожалуйста вам всем здоровья. До свидания вам. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. Вячеслав Васильевич, наборчик вам.
праздничный. Дядь Валерий, передайте тогда, пожалуйста, наборчик. Его нет, и здесь тоже погорели. Ну, поставь вот возле его кровати. Да. А вот. Всего хорошего вам, до свидания. И вам также самое. Спасибо. А муж ваш дома? А, да, он же столько со скорой это отошел. А, да, это муж ваш был, да? Да. Жив, да. Ну, хорошо. Нет, да. Наборчик вам продуктовый. Спасибо. Так, это один. Не бери самый. И вот второй. Они не все тяжелые, тебе не надо. Не такой уже и не носить. Да прям там. Здоровья вам. Спасибо вам огромное. И здоровечка вам. Пожалуйста. Всего спасибо. Хорошего. До свидания. Здоровья вам. Да. Здравствуйте. Сидите. Сидите. Держите там свою. Сидите. Анна Борчикова. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего хорошего вам. До свидания. И вам всего хорошего. Ушла. Ушла, да? Погуляла, ушла. Ну, хорошо. Два наборчика. Маме и вам. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Всего хорошего вам. Спасибо. Здравствуйте. Внучечка у нас в школе. Угу. И мама где-то по документальным делам, а бабушка постоянно. Вот тут это дочки, одна внучки. Семья, да? Да, это семья. Ну, мы два набора оставим, тогда один вам, а другой будет вашей дочке и внучке. Хорошо? Хорошо. Все. А как вас зовут? Валентина Петровна. Проходите. Валентина Петровна? Мы вас не видели, вы недавно здесь, да? Да, мы 1 апреля. Угу. Хорошо. Один? Два наборчика, два. Нет, тут Питер, поставьте нас тогда. Тогда привет передайте вашей дочке и внучке. Дай спасибо. До свидания, всего хорошего вам. Спасибо вам. Пожалуйста. Любят безопасность. Здравствуйте. И она где-то ее. И где? А я даже не знаю, я пришла, ее не было. Вы что, не общаетесь с моей куколки? Ну, общаемся, я утром рано ушла, она еще спала. И Мария Демьяновна, помните, которая жила на первом этаже? А, все. Да, она здесь, да, теперь? Да. Ну, хорошо, мы ей передадим горчик праздничный. Большое-пребольшое вам спасибо. Погорите. Пожалуйста. И тогда соседке вашей передадите, да? Ну, давайте. Набор. У нас это с этими... Татьяна Макаровна. Спасибо вам большое, девочки. Как ваши дела? Ой, хотелось бы лучше. Все равно не унывайте. Пусть у вас будет все хорошо. Спасибо. Да. До свидания. И привет соседке вашей. Передам. Хорошо. Передам. Светлана, не погорелец, но плохо себя чувствует, приболел. Наборчик вам. Он тяжелый? Давайте праздничный. Я вам принесу, поставлю. Проходите, пожалуйста. Очень здоровья вам, не болейте, поправляйтесь. Проходите. Да. До свидания вам, всего хорошего. До свидания, спасибо вам. Пожалуйста. Большое. Теперь передаем. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. Дарья, вам за помощь спасибо большое. Оставим. Так. Да. И мы сейчас оставим наборчики, кого не было дома, Дарья передаст, и видеоотчет тоже потом будет. Да, конечно, обязательно. Хорошо. Большой привет тем, кто о нас заботится, обязательно. Спасибо большое, что вы нас не забываете. От чистого сердца, благодарю. Пожалуйста. Здравствуйте, помните нас, нет? А? Прошлый раз нас не вспомнили. Да я тут уже, все переодеваемся, не узнаем дорогу, проходите. Да, где же? Ну, в общем, вы третий уже раз ко мне посещаете. Да, мы всего уже третий раз приехали. Спасибо вам огромное, что вы. Пожалуйста. Но вы не всех поздравляете, или только нет, такую нет, погорельцев. Радость, да, погорельцев и у кого тяжелая ситуация. Уже, слава Богу. Но главное здоровье, девочка. Дело не в возрасте. Вот мне возраст, слава Богу. А вот когда здоровье пошатывается, оно не сильно радует. Александра Григорьевна, мы вам желаем здоровья, как вы говорите, самого главного. Да. Самое главное, чтобы здоровье было. До свидания вам. До свидания. До свидания. Людмила Петровна, а вы нас помните? Осторожно, осторожно. Помню. Я хорошо вас помню. Мы. Даник с нами. Пожалуйста. Пожалуйста. Соседей нет? Здесь две девочки. С родителями. Они переезжают в другую комнату. Мы им наборчики оставим. А вы передадите им наборчики? Конечно. Они сегодня будут, да? С работы, да, со школы придут? Да. Хорошо, все. Спасибо вам большое. Два наборчика – это те, кто переезжает. Две девочки и папа с мамой. Им передадут. Здоровья вам! Спасибо. Дай Бог и вам здоровья. Спасибо. Чтобы
жили и радовались жизнью. Спасибо. Которое Бог подарил. До свидания вам. До свидания. Алена, с ней сейчас живут два ребенка, и мы два наборчика вам передаем. Ой, спасибо, возьмите. Пожалуйста. А второй наборчик? Сейчас пошли. А, жди. Спасибо. Спасибо. Да, здоровья спасибо. Вам. Дай Бог, пожалуйста, здоровья. За спасибо. То, что вы так помогаете. Спасибо. До свидания. До свидания. Малыш спит. Татьяна Юрьевна. Спасибо, Господи. Ой, тяжелая. Ну, тяжелый. Да, соседке тогда мы тоже передадим на бочке. Вам здоровья, всего хорошего. Спасибо большое. Пожалуйста. Рада была вас видеть. Спасибо. Вы постоянно, я так думаю, бывает. Это третий раз у меня, да? Да, это... да, третий раз мы в этом общежитии. Уже считай родные. Хорошо. Ну, до свидания вам. До свидания. Всего хорошего, да. Спасибо. Тетёль, ну мы вам тоже наборчик дадим за помощь. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. А как зовут бабушку? Ну, я Надежда Никитична. Вот. Надежда Никитична, да? Да. Наборчик вам продуктовый. Только он тяжелый. Возьми, пожалуйста, да. Это внучек. Спасибо. Все сгорело, да? Да. Неожиданно. Спасибо. Бабушке все сгорело? Очень приятно все. Так я еще подзаболела тут и... Все хорошо. Ну ничего, все ничего. Хорошо. И один наборчик вам. Спасибо. Не болейте, держите, все будет хорошо. Спасибо. Все, хорошо, все будет. Спасибо. Пожалуйста. Здоровья вам. И вам здоровья. Да, здоровья. Не унывайте. Ничего, все да. Будет нормально. Мы будем проведывать вас иногда, да, приезжать. Часто не обещаем, да, Яна? Да. Поплакать так. Не надо плакать. Не надо, не надо. До свидания вам. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Два набора это Богдану и один там семья. Да, одетная, да? Да, да. Светлана передаст. А еще мы Богданчику передадим. У него папы и мамы сейчас нет. Машинку передавали нам с Германии, журналы, раскраску. И еще люди передавали 5000 бабушке Богдана. Светлана передаст. Все, я передам, я потом да, засниму хорошо. И все вам скину. Хорошо, спасибо. До свидания. Наталья, она здесь работает и тоже погорельц. Мы наборчик передаем. Я говорю вам огромное спасибо за вашу щедрость, за ваше доброе сердце. Это Ирина со своей дочерью Дарьей. Они погорельцы. У них, к сожалению, погиб папа, спасая своего друга. Всего хорошего, главное, не унывайте. А Даше дарим книжечку, которую присылали вместе со сладостями. Спасибо вам за радость, которую дали детям. Спасибо. Знакомьтесь, это тетя Тамара. Она погорелась, недавно вернулась из эвакуации. И она неравнодушные люди и дают им этот набор. Спасибо большое людям и Яночке. Это тетя Лена. Она недавно вернулась, мы уже раз ей помогали. Здоровья вам, успехов, счастья. Главное, не унывайте. Это Оля. Мы даже помогали уже ей. Здоровья, не унывайте, главное. Спасибо большое за помощь, за внимание, за заботу. Это Тоня. Яна, ее команда желает вам здоровья. Не унывайте, все будет хорошо. Да, спасибо вам большое. Это Ирина и Александра, они погорельцы. Саша недавно вернулся после операции. Здоровья, счастья вам, поправляйтесь скорее. Главное, не унывайте. Благодарю вас за помощь, за заботу о нас. Это многое для нас значит. Здоровья вам, спасибо с Господи. Это Александра. Мама ее очень пострадала. Она у нас погорелец, так как она сейчас живет у нее и практически не ходит. Поэтому мы передаем набор ей. Саша, передайте маме большой привет. Здоровья. Главное, не унывайте. Это Андрей. Его дом полностью разрушен и сгорел. Сейчас он живет в домике, который дали ему люди. Он проживает с пожилой матерью и один воспитывает ребенка. Яна, ее команда и неравнодушные люди дарят продуктовый набор. Спасибо большое за эти подарки. Я также сердечно благодарю всех тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое-большое. Пусть у вас будет все замечательно. Всем пока-пока.